羽衣。羽ステージで、1人じゃなくてね、20人ぐらいでやるのが能ですね。Как вы вот видели только что видео на сцене, а не только один человек выступает, да, другие тоже присутствуют. それでですね、この、250種類の能がありますのでね、それぞれ能面も、能装束も全部違います。同じものは二つとしてありません。Как я уже говорил, есть 250 пьес, и в каждом из них используются разные маски. Нет такого, чтобы одна маска использовалась в двух пьесах. それと昨日は一曲一曲をねダイジェスト版で短くしましたけども、本当の能というのは一曲1時間半とか2時間とか、それでストーリーを構成してるんですね。Вчера было очень короткое выступление. Обычно одна пьеса длится около полтора-двух часов. И вот в течение этого времени вся история показывается. Но には すごく静かなゆっくりした曲と飛んだり跳ねたり激しい曲、ね、そういういろんな種類のものがあります。Во время выступления используются разные музыки, тихо, такая мелодично, и также делают очень такие громкие звуки. で、この能の舞台の形式というのは、今から650年、ね、日本で言うと室町時代でね、その時代から今日までずっと形としては変わらないんですね。Сама сцена, вот в заднем фоне, вот это все, оно также существует, как было изначально 650 лет назад, во время эпохи Муромачи. Муромачи, во время эпохи Муромачи. Бутай. ビデオを見てもらいますけど、それは能の舞台の仕組み、舞台の下に音を良くするためにこんなものが埋めてあるとかね、そういうものがこの後で説明しますけどね。Сейчас давайте еще раз посмотрим одно видео, где рассказывается подробно про саму сцену, вот, например, то, что вот внизу есть специальная часть для того, чтобы вот во время能はですね、世界で一番古い演劇なんですね。世界中で一番古い演劇。シェイクスピア劇の200年前にはもう能が出来上がってました。Театр Но является одним из древних, даже вот до начала показа Шекспира, до 200 лет до этого, но уже играли.それと先ほどちょっとお話ししましたけども、すごくシンプルなんですね。能というのはすごくシンプル。ですから楽器でも、この見て映像、大鼓、小鼓、太鼓、笛、この4つの楽器しかありません。Само выступление, оно очень простое, и
там используются 4 вида музыкальных инструмента. Один из них это оцузуми. Оцузуми. Коцузуми. Коцузуми. Фуэ. Это флейта. Флейта. А то тайко. И вот барабан. このシンプルな4つの楽器で演奏します。で、私がその海外で、公演するときには、本当のテープ、ね、テープ CD を持ってったんですけど、外国の方はね、いろんな種類の曲目を演じても、あまりこう変化がわからないんですね。だからシンプルすぎるから、羽衣も名残の祈りも土蜘蛛もみんな似てるような音、はい、ミュージック。あ、вот когда я выступала за границей и вот использовал значит CD с разными музыкальными исполнениями, иностранцы они не различали, которая из них какая, потому что вот четыре инструмента они настолько просты, что очень похожи на слух。ですから私は外国へ行くときには昨日の羽衣も名残の祈りも、ね、これシンプルな楽器じゃなくてね、バイオリン、ピアノ、ね、ギター、ね、そういった外国の楽器を使ってノーマウト、その国の人は少しこう近く感じるというのかな、耳に慣れてますからね。Я стараюсь во время выступления за границей использовать пианино, гитару, виолончель, чтобы вот на слух иностранцев было вот немножко удобнее, да? ですから昨日ご覧になった方はあれが能の音楽なのかと思ったら間違いなんですね。やはりこの外国用にバイオリン、ピアノ、ギターね、そういうものを取り入れて身近に感じてもらいたい。И вот также вчера во время исполнения использовались эти же инструменты, как виолончель, гитара и пианино, чтобы вот для иностранцев было легче воспринимать. А то, когда я в Казахстане был, то я казахстанские народные инструменты, старые инструменты, коллаборировал. И также, когда вот я выступала в Казахстане, мы сделали вот такой вот микс инструментов традиционных вот. ですから皆さんがね、この能というちょっとよくわからない芸能を少しでも興味とか関心もう一回見てみたいと思うには、その国の楽器を使うのがベストなんですね。あと能面、先ほどちょっと説明しましたけどね、こういう女性の役にね使う、こう女面、女性の面と書くんですけども、これは10代の女性から90代の女性まで全部で20種類ぐらいあります。10代から20種類。Есть 20 видов, где от возраста 10 до 90 лет. それと羽衣なんかに、昨日やった羽衣なんかはこれ天眼っていうのを頭に乗せるんですね。これ鳥、これは架空の鳥、鳳凰っていう名前なんですけども、架空の鳥で、これはコスチュームにも鳥ね、ね、同じでしょ、ね、これとこれを使うのは今の生きてる人間じゃないんですね。あの世に天国にいる女性。いろんな曲がありますけど、全部この絵柄っていうか模様ね、模様も全部違うんですね。侍、私たち侍やります。侍の時刀、ね、刀こう抜いてこうやるような、ね、そういうそれぞれ役によって動きも服装も全部違います。В каждой роли, значит, вот, движения, также атрибуты, они отличаются. Например, в роли самурая там используется меч, да, вот такие вот движения, как сенсей показывал делать.
ね、私先ほども申し上げましたけど、能を勉強したり見たり聞いたりすると日本、ね、日本が全部わかる。И как я уже говорил, вот изучая театр Но, вы уже приближаетесь вот к Японии, к культуре Японии, узнаете больше про нее. そうですね。でもいろんなことあるんだけど、そこまでで何かちょっと2、3人質問というかあったらしてください。Если у кого-то есть вот 2-3 вопроса, мы можем ответить.